Воспитанники детской школы классического танца стали лучшими на международном и всероссийском конкурсах. Дипломы и награды они привезли сразу с трех престижных фестивалей. По словам участников коллектива, такие победы далеко не первые в копилке школы, однако каждый из них – очередной шаг для развития творческих талантов. Подробности в нашей рубрике «Вести образования». Этот вальс – один из номеров конкурсной программы Всероссийского фестиваля «Адрес детства Россия». Он проходил на Черноморском побережье в городе Анапа. В нем приняли участие коллективы из 23 регионов России. Детская школа классического танца показала несколько номеров. Результатом поездки стали дипломы и награды. Мы достаточно отдыхали, купались и танцевали тоже достаточно. Этот номер специально мы ставили к фестивалю этому. Много очень коллективов было разных. Не только хореографических, но и других. Да, оркестры и цирк даже был. К участию в фестивале готовились долго и основательно. Девушки рассказывают, было сильное желание стать лучшими. Помимо награды для коллектива, воспитанницы привезли и персональные дипломы. На всероссийском конкурсе были отмечены сольные выступления Ксении Самоделкиной и Марии Заболотниковой. Я танцевала «Снегурочку» из балета «Васнецовская сказка». Также я танцевала вариацию из «Подекатра» и «Русский танец». Фестиваль в Анапе стал не единственным в творческое лето для школы классического танца. Юные артисты побывали на всероссийском конкурсе «Здравствуй, мир», который проходил в Таганроге на Азовском море. По результатам состязаний в своей возрастной группе учащиеся завоевали первое место. Еще одни награды школа получила на международном фестивале в Венгрии. Конечно, для наших юных исполнителей это большой шаг в будущее, потому что состязательный вот этот момент, он всегда очень важен для исполнителя. Он приобретает огромный творческий опыт, он приобретает веру в себя на таких фестивалях и конкурсах. И когда он танцует уже в больших балетных спектаклях, он чувствует себя более свободно, раскрепощенно. Таких наград за историю существования школы было много. И по словам руководства коллектива, каждый диплом имеет свою цену. В него вкладывается большой труд артистов и преподавателей. Сейчас учащихся ждут репетиции и подготовка к новым спектаклям. Детская школа классического танца откроет творческий сезон балетом «Жизель» 12 октября. Андрей Дозорцев, Владимир Подлевских, «Вести», Кировская область.